сейчас мы хотели сделать реакцию на песню Кыцаран, а поет эту песню Ким Бомсу. Дуэн дирис Ким Бон, а не дёк. Не знаю, мне нравится то, что качество сейчас видео. Ну и видео тоже, в принципе, очень близко снимает. Учитывая, что это из концерта. Yeah.
Волнительных моментов таких не было, просто хорошее исполнение. Я только сейчас понял, что мне нравилась эта песня, вот, в середине, понял, ну, когда припев начался, вот, и еще узнал, что это поет Кибомсу, потому что, как бы, песня, я помню, мотив, там, слова немножко, но то, что это Кибомсу пел, вот, сегодня я узнал об этом. Не, красиво очень спел, и, как бы, ну, вот, сейчас уже мы смотрели Пакёшина, и вот Кибомсу, теперь можно немножко сделать там сравнение. У них есть какие-то похожие черты, но, в общем, так могу сказать, что Пак Хёсин выглядит лучше, а Кибомсу чуть подольше. Опять. Вот, то есть... Но он не уродлив, правильно? Не-не-не, он, я имею в виду, как сказать, если есть в Корее все равно какой-то эталон, да, то есть там, ну, какой-то, какая-то модель, да, все равно, там, даже смотреть на этих... Нет, ну, если говорить честно, да, то очень хороших исполнителей, если по этим стандартам пропускать, то там больше половины не пройдет. Ну да. Ну я просто, это чисто такое, чисто такое мое мнение, но... А так, как бы, очень классно поет, конечно. Ну что ж, спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Пока.